В детском саду «Солнышко» были подведены итоги муниципального этапа конкурса «Воспитатель года». Участники и лауреаты получили заслуженные награды, а город узнал, кто в нашем районе лучше всех помогает родителям воспитывать дошкольников. В конкурсе на звание лучшего по профессии состязались 27 воспитателей из детских садов со всего Белореченского района. В результате конкурсных мероприятий было выявлено 6 лауреатов, и из них один победитель. Также было проведено впервые у нас СМС-голосование, в результате которого выявлен один победитель. По условиям конкурса все участники должны были подготовить мастер-классы и провести открытые занятия с детьми. Теперь, когда жюри оценило конкурсные работы, остался самый волнительный этап – награждение победителей. Своим веселым танцем воспитанники детского сада «Солнышко» сгладили утомительное ожидание подведения итогов. Поздравления, цветы, дипломы и памятные подарки получили все участницы конкурса. Достижения 6 финалисток были отмечены особо. В завершении церемонии награждения исполняющий обязанности начальника управления образования Мухтар Омаров открыл конверт с именем лучшего воспитателя Белореченского района. В этом году лучшей стала Анна Смирнова, воспитатель детского сада номер 33 хутора Кубанского. В награду победительница получила телевизор. Финалистка муниципального этапа прошлого года и лауреат всероссийского конкурса воспитателей Марина Солодова обратилась к конкурсантам. Хочу сказать, что все участники этого конкурса были уже все победители, потому что каждый в этом конкурсе совершил свою победу. Победу над собой, над своими страхами, над своими сомнениями. Уже в январе в Краснодаре пройдет региональный этап конкурса «Воспитатель года 2018», на котором Анна Смирнова будет демонстрировать свое мастерство педагога. Помогали всем садам нам, девочки, спасибо им большое. Я не ожидала, конечно, что я выиграю. Но я очень рада. Спасибо всем. Впереди у Анны еще больше ответственной работы в подготовке к краевому конкурсу. Пожелаем ей удачи. Екатерина Лукьянова, Сергей Чернецов. События и люди.